А возле города Тула перевернулся рейсовый автобус сообщения Москва и Риван. По последним данным, 7 человек погибли, 35 попали в больницу. Всего в автобусе находились 59 пассажиров. ЧП произошло ночью. Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося. Это неисправность транспортного средства. И вторая – водитель мог уснуть за рулем. Расследование инцидента продолжается.